Українське радіо Дніпро. Суспільно-політична програма «Тема дня». Про те, що стосується кожного. Вітаю вас, шановні радіослухачі, в ефірі програма «Тема дня». Для вас працює ведуча Альона Грибельник. В понеділок, 22 липня, мер Дніпра Борис Філатов звернувся до президента України Володимира Зеленського з пропозицією оголосити місцеві дострокові вибори. Ще одним проханням мера Дніпра стало завершення реформи децентралізації. Нагадаю, що чергові місцеві вибори в Україні мають відбутися у жовтні 2020 року. Про це ми сьогодні і будемо говорити. У нас в студії гість – політолог Андрій Шуліка. Вітаю вас. Вітаю. Шановні радіослухачі, ми працюємо у прямому ефірі, тож якщо маєте запитання, надсилайте їх на наш Viber. Він працює за номером 096-447-1303. Повторюю, 096-447-1303. Тож, пане Андрій, на початку програми я пропоную послухати це звернення міського голови Бориса Філатова до президента України Володимира Зеленського. Я бы хотел бы обратиться публично к президенту Украины Владимиру Александровичу Зеленскому с соответствующим заявлением президенту Украины Зеленскому Владимиру Александровичу о муниципальной реформе. Уважаемый Владимир Александрович, результат выборов в Верховную Раду Украины показал, что в стране появилась политическая сила, которая имеет возможность и волю самостоятельно устанавливать правила игры. Поздравляю вас с этим успехом. Это огромный кредит доверия от народа и одновременно огромная ответственность. Страна требует полного изменения власти на всех уровнях. Органы местного самоуправления должны пройти экзамен на соответствие. И это можно сделать только единственным способом – объявить досрочные местные выборы с целью перезагрузить систему. На самом деле досрочные местные выборы нужно объявлять, не затягивая, и они должны показать, кто в действительности пользуется поддержкой населения, а кто пришел во власть для того, чтобы решать личные финансовые проблемы. И местные советы в первую очередь должны избавиться от криминальных кланов, от дельцов, которые решают в местных советах свои личные собственные интересы. Поэтому я считаю, что эта инициатива в том числе должна быть поддержана со стороны лидеров местного самоуправления, других мэров городов, председателей объединенных территориальных громад. И для того, чтобы нам перезагрузить систему, как можно быстрее необходимо объявить досрочные местные выборы. Кроме этого, я обращаюсь к Владимиру Александровичу Зеленскому с просьбой как можно быстрее завершить реформу децентрализации. Она должна стать не просто финансовой, но в том числе и реальной. Для этого необходимо внести соответствующие изменения в Конституцию, а кроме этого, в первую очередь, принять кодекс о местном самоуправлении. Основными задачами этого кодекса я вижу следующие задачи. Необходимо передать экологический контроль территориальным громадам. Именно мы, а не чиновники из Киева, торгующие квотами, дышим выбросами крупных промышленных предприятий. Местным общинам, территориальным громадам нужно передать администрирование местных налогов, потому что ими как раз не хочет заниматься ДФС. Мы должны создать полицию муниципальную общественного порядка, как во всем цивилизованном мире, где она подчиняется местным властям. Мы должны ввести институт мировых судей, выбираемых людьми и пользующихся у людей доверием. А также необходимо лицензировать и горный бизнес, который заполнил наши города, и ограничить, в том числе, его размещение и выработать правила игры. И самое главное, необходимо сократить количество депутатов как минимум в 2, а лучше в 3 раза. Например, в городе Портленд, штат Орегон, с которым Днепр ведет переговоры о заключении побратимских отношений, в местном совете 5 депутатов, в Днепре 64, а было порядка 150. Владимир Александрович, наша страна становится сильнее регионами и территориальными громадами. Любовь к Украине начинается с собственного дома, села и города. При этом я подписываю это заявление и направляю его.
Отже, питання до вас, пане Андрій. По-перше, прокоментуйте те, що ми почули, і чи можливе проведення позачергових місцевих виборів, і що чекає на українців тоді? Ну, во-первых, достаточно такое смелое заявление городского главы города Днепра. Он явно хочет идти, скажем так, в ногу с новыми трендами, с новым развитием политики и на всеукраинском уровне, и на местном в том числе, потому что этот уровень придет и у нас. Мы видели результаты, в том числе и по мажоритарным округам на территории города Днепра. Что касается самой возможности, ну, чисто юридически возможность достаточно сложная, потому что даже вот в этом заявлении содержались две взаимоисключающих пожелания, скажем так. Первое пожелание — провести как можно быстрее новые выборы, местные выборы на территории всей Украины, а во второе — это завершить процессы децентрализации. Одно без другого фактически невозможно, и немножко перепутана последовательность, потому что единственная юридическая, по большому счету, возможность провести внеочередные выборы на территории всей Украины — это поменять Конституцию Украины, потому что с набуттям новых полномочий, с получением новых полномочий новыми административными устройствами, тогда уже логично и проведение выборов. Потому что если это будет наоборот, мы проведем выборы по старой системе и будем снова формировать, менять административное деление, менять полностью полномочия, но это вызовет снова желание снова провести выборы. То есть это немножко не очень такая последовательная система. Что касается, насколько реально проведение досрочных выборов, ну, понимаете, в истории Украины никогда не было досрочных выборов местных, ну, которые объявляются на территории всей страны. Все дело в том, что это не парламент, и каждый местный орган самоуправления, он автономен, он работает независимо друг от друга. То есть, к примеру, городской совет города Днепра никак не связан с городским советом Новомосковска. То есть есть процедура, по которой, к примеру, Верховная Рада может объявить перевыборы конкретно в городе Днепр. Это возможно, это совершенно конституционное событие. Ну, там есть ряд полномочий в случае там или нарушения законодательства, или в случае желания самого города. Такое возможно в случае, там, к примеру, если мы объявляем о самороспуске городского совета, об отставке городского главы добровольной. Так, тобто зараз більш реальне проведення виборів в деяких містах, частково по Україні, так? Ну, если есть такая инициатива, то, в принципе, да, это реально провести конкретно в каждом, ну, в каждом конкретном городе, который изъявит такое желание. Это возможно, совершенно возможно, и такое проводилось не раз. Но, опять же, есть ли смысл, когда до выборов остался один год, фактически? А ще таке питання, якщо провести вибори зараз, планові вже не відбудуться у 2020-му? Ні, вже не буде новий срок, буде нове змінення. Так, зрозуміло. Давайте послухаємо далі, в яких випадках, згідно із законом, можливе проведення позачергових місцевих виборів. Закон України про місцеві вибори. Розділ 2, стаття 14. Позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України у разі дострокового припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради, сільського, селищного, міського голови, а також в інших випадках, передбачених законами України про місцеве самоврядування в Україні, про добровільне об'єднання територіальних громад. Таке рішення приймається Верховною Радою України не пізніше, ніж у 90-денний строк з дня дострокового припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради, сільського, селищного, міського голови. Позачергові вибори старости призначаються радою відповідної об'єднаної територіальної громади у разі дострокового припинення повноважень старости. Позачергові місцеві вибори призначаються не пізніше, ніж за 60 днів до дня виборів. Виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня чергових чи позачергових місцевих виборів. Закон України про місцеве самоврядування в Україні. Стаття 78. Дострокове припинення повноважень ради. Пункт 1. Повноваження сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради можуть бути достроково припинені у випадках. Перше. Якщо Рада прийняла рішення з порушенням Конституції України, цього та інших законів, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про проведення цих рішень у відповідність із законом. Друге.
якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у строки, встановлені цим законом, або рада не вирішує питань, віднесених до її відання. Третє. Передбачених законом України про військово-цивільні адміністрації, про правовий режим воєнного стану. Чи можете ви прокоментувати те, що ми почули, в якому з випадків найбільш можливий розвиток ситуації, тобто передчасні вибори? Ну, опять же, здесь вот то, что я говорил, касается исключительно вот автономного, то есть каждого конкретного случая. То есть представить, что в какой-то момент все, скажем так, местные органы власти в каждом населенном пункте, селе, городе, районе нарушат закон и не согласятся его выполнять, достаточно сложно. То же самое представить, что они вдруг перестанут работать и решать дела местной громады, тоже достаточно сложно. Есть там такое, скажем так, в законодательстве еще предусмотрено в современном понятие как недоверие, объявление недоверия, но на самом деле оно законодательно практически... Ну, сложно, скажем так, реализуемо это в случае формирования петиции, но опять же, петиция должна идти от кого? Просто от жителей. Мы же не можем, опять же, жители города Днепра инициировать смену власти в городе Киеве. И точно так же и наоборот, город Киев не имеет права инициировать смену власти в городе Павлограде и так далее. Это отдельные территориальные единицы, которые абсолютно никак не зависят друг от друга. Так, президент України Володимир Зеленський під час брифінгу в штаб партії «Слуга народу» натякнув, що дострокові місцеві вибори в країні можливі. Так, пане президент сказав, далі цитую, «Всі ставлять питання стосовно місцевих виборів, вам цікаво, не розслабляйтесь». Це була цитата президента України Володимира Зеленського. Однак голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков вважає, що місцеві вибори в Україні відбудуться все ж таки у 2020 році. Про це лідер партії сказав в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV. Тож, деякі політики вважають, що спочатку треба завершити реформу децентралізації на місцях через внесення змін до Конституції і вже планово провести вибори у 2020 році. На вашу думку, все ж таки, чи потрібні місту дострокові місцеві вибори взагалі? Як ви вважаєте? Ну, здесь как бы уже рішення не столько буде за нами, здесь більше буде уже рішення за новим парламентом. Вопрос здесь, наскільки це потрібно самой партії «Слуга народу», яка, очевидно, вже бере більшість. Естественно, на фоне того успеха, который мы видели на парламентских выборах, им, скажем так, ну, они испытывают достаточно большое желание повторить его и на местном уровне. Естественно, с точки зрения там, управления, реализации своих решений, им будет наиболее удобно так работать, плюс пока достаточно высокий рейтинг, пока не формируется определенная система недоверия или не формируется система антисторонников, скажем так. Понятно, что им бы было бы замечательно провести выборы именно сейчас. Ну, насколько это возможно, ну, мне кажется, что вот если бы какое-то решение юридическое нашли, мы бы уже об этом услышали. Хотя возможно, что нас ждут сюрпризы уже после формирования Верховной Рады. Здесь все будет зависеть от того, как быстро сформируется Верховная Рада. Дасть можливість швидко перезавантажити склади в Україні. На вашу думку, це можливо зробити таким шляхом, тобто перезавантажити існуючу систему влади? Ну, возможно, опять же, здесь опять, по моему личному мнению, все упирается в вопросы децентрализации, потому что если мы проводим реформу, мы проводим выборы без реформы, мы фактически пытаемся закрепить ту систему, которая существовала. Здесь же достаточно важный вопрос уже возникает не в конкретном, скажем так, личности мэра, а конкретно в его полномочиях, в его взаимодействии с областной властью, в взаимодействии с районной властью и так далее. Здесь же вопрос исключительно в этом. Если, ну, можно считать, что, скажем так, со сменой личности сразу же поменяется качество власти, ну, чаще всего это происходит не так. Ось ця парламентська кампанія показала, що навіть той кандидат від політичної партії «Слуги народу», якого майже не знають люди, може здолати політичного супротивника, який всім відомий, в якого довге політичне минуле та великі ресурси. Як вважаєте, чому так відбувається? Ну, это, скажем так, не новая ситуация, просто ее давно достаточно не было. Формируется понятие партийного бренда фактически, то есть действующий президент распространяет, ну или партия распространяет свой рейтинг уже на своих,
скажем так, соратников пока, скажем так. Но здесь можно говорить, кстати, не столько о партийном пока бренде, потому что надо говорить о рейтинге именно президента. Потому что сама партия «Слуга народа» достаточно, ну, незнакома избирателям. Они пока голосовали как последователям президента. Насколько партия себя реализует, насколько она удачно будет взаимодействовать, ну, это уже будет покажет время, потому что мы ее фактически не видели в действии. Мы видели только президента, ну, и его ближайших сторонников. Саму партию мы толком на самом деле и не наблюдали. Но по поводу самих избирателей, то это в определенной мере, мне кажется, смена определенного тренда. Уже, что тоже не новое и было в Украине там 15-20 лет назад, избиратель уже не столько настроен на то, чтобы, скажем так, ну это так по-научному можно назвать рациональное голосование, а если по-простому, он не столько настроен продать свой голос, сколько настроен найти те идеи, которые его, ну, воодушевляют, будут ближе к нему. То есть здесь, ну, можно говорить о определенном, возможно, даже чуть большем уровне ответственности кое-где, именно к своему голосу, к своей политической позиции. В рамках цієї теми ще питання. От у разі проведення місцевих виборів, все ж таки в цьому році, якщо відбудуться, ми можемо якісь прогнози? Ви можете дати якісь прогнози? Ні, ну, я думаю, що «Слуга народу», скоріше всього, набере достатньо велике кількість голосів. Ну, проблема, опять же, в тому, ви ж пам'ятаєте, що на місцевому рівні, скажем так, и на общинном не всегда можно провести параллель между партиями, потому что далеко не всегда у них общая позиция становится одинаковой. То есть мы помним, что на последних местных выборах 2000 фактически встал оппозиционный блок. И партия, которая сейчас фактически, ну, вернее, фракции, которые сейчас фактически не существуют в местном совете. Многие депутаты сменили цвета, многие депутаты поменяли свои политические позиции. И это, скажем так, может вызывать вопросы у многих избирателей, которые голосовали за них именно как за представителей данной политической силы. К сожалению, такое может быть с любой партией на местном уровне. Ми також дізналися думку мешканців Дніпра, а саме поцікавились, чи вважають люди за потрібне проведення позачергових місцевих виборів. Давайте послухаємо. Я думаю, что внеочередные выборы не нужны, потому что, во-первых, это опять дополнительные затраты на проведение выборов со стороны бюджетных средств страны, плюс проведение этих выборов даст возможность действующим менеджерам и руководителям области уйти от ответственности. Поэтому я считаю, что когда будет сформирована новая коалиция, то смогут и так управиться с местными советами без траты дополнительных средств. Игорь, у нас чиновников много, все гребут себе и ничего, в принципе, особо не делают в городе, поэтому скорее да, чем нет, нужны выборы и выбрать кого-то из тех, кто не причастен был к этому ранее. Я считаю, что местные выборы нужны по причине того, что раз изменилась центральная власть, то нужно поменять власти на местах, чтобы было полное обновление. Я считаю, что неочередные выборы местные советы необходимы. Я думаю, это связано с тем, что если народ Украины решил поменять власть, и у него недоверие у народа к этой власти, и поменялся президент вместе с обновленным парламентом, то я считаю, что нужно и на местах поменять, потому что эти люди будут мешать проводить в жизнь новые идеи, новые законы. Так что я считаю, это рационально сделать выборы в местные советы раньше срока. Ось так налаштовані мешканці міста. Чому, як вважаєте? І чи готовий народ України до ще одних виборів? Ну, мы видим, это определенный тренд, который стоит на обновление, ну, который запустился еще с президентских выборов. Вот эта идея обновления политического бомонда, политической элиты, приведения новых людей во власть. Ну, правда, ну, моя личная точка зрения, что, скажем так, не обязательно, что президент должен приводить с собой команду, включая до города и до села, потому что в любом селе могут быть свои воззрения, скажем так, на развитие. Поэтому, ну, у нас все-таки
если мы говорим о демократии, здесь идет немножко другое развитие. Президент не должен менять всех одновременно, ну или с президентом меняется вся его команда. Президент – это всего лишь личность, это всего лишь представитель. Ну, хотя, опять же, если есть настроения такие, если есть желание населения создать такую, скажем так, ну, дать все шансы действующему президенту на реализацию своих обещаний, ну, возможно, почему нет. Здесь мне сложно, скажем так, идти против воли горожан. Так, також у зверненні міського голови Бориса Філатова йдеться і про скорочення депутатів у 2, а то й 3 рази. На вашу думку, це потрібно? Якщо так, то чому? Ну, мне кажется, опять же, здесь мы говорим, надо говорить не о количестве, а о качестве на самом деле. То, что говорил мэр города по поводу с больше 100 депутатов, это было связано с, ну, у нас депутаты формируются в зависимости от количества населения в населенном пункте. То есть, так как город у нас уменьшилось количество жителей, и депутатов количество у нас уменьшилось. Это связано исключительно с этим. Что касается, скажем так, ну, приводимого мэром примера там, того же, к примеру, города Портленда, но там немножко другая система. Там, к примеру, в городском совете 5 депутатов, но в районных советах им должна дана большая власть на местах. То есть районным, жилым районам, управление и так далее. Уличные комитеты существуют и так далее. То есть, ну, если мы пойдем по этому пути, я не против. Здесь просто, опять же, мы сталкиваемся с проблемой реформы. То есть, если мы хотим сократить, ну, даже если будет у нас 10-20 депутатов в городском совете, ну, это будет достаточно, скажем так, возможная большая коррупционная схема, потому что роль голоса каждого депутата будет очень сильно возрастать. То есть, за депутата будут реально бороться достаточно сильно, потому что в условиях 20 человек большинство – это 11. И вот этот вот 11-й может управлять всем городом фактически, что мы, к сожалению, иногда и замечали, вот эти вот золотой мандат и так далее. Поэтому, ну, скажем так, просто сокращение депутатов и сохранение современной системы, она не приведет ни к чему, только к ухудшению. Здесь надо реформировать уже систему местного самоуправления. Возможно, если мы идем по пути расширения, к примеру, не отмены, как пока мы идем районных, к примеру, советов, а по пути, наоборот, расширения их полномочий, туда полномочия городского совета будут сокращаться, и он уже не нужен в таком количестве. Если мы идем по пути сокращения или упразднения районов, и тогда уже идет вопрос, что тогда расширяются полномочия городского совета, и у него достаточно серьезные, ну, рычаги влияния, мне кажется, на миллион населения, 20 человек представительства не самое большое. Так, тобто зменшення кількості депутатів можливо, але не сьогодні, і потрібні реформи. Ну, возможно, исключительно, вот, опять же, правда, по пути не сначала провести избирательный процесс, а сначала внести изменения, то есть принять тот же кодекс местного самоуправления, внести изменения в законодательство, и да, тогда это возможно, в принципе, можно даже предусмотреть совершенно спокойно в законодательстве систему, когда город сам определяет количество депутатов, возможно, на местном референдуме, которое ему необходимо. Просто сам тренд, который идет на уменьшение, он сам по себе не приведет к улучшению, то есть здесь, скажем так, уменьшение количества не перерастет в качество, к сожалению. Шановні радіослухачі, нагадаю, ви слухаєте програму «Тема дня» і говоримо ми про можливість проведення позачергових місцевих виборів в країні. Гість у студії – політолог Андрій Шуліка. Ми продовжуємо. Пане Андрій, в зверненні мера Дніпра Бориса Філатова також говориться і про реформу децентралізації, і ми вже про неї трошки говорили. Таке питання, які зміни відбуваються в рамках цієї реформи і що чекає на Україну? Ну, на данный момент все, что, скажем так, было принято, оно реализовывалось. Мы можем видеть, в первую очередь, кстати, то, о чем и говорил мэр, это финансовая децентрализация, то есть огромное количество, ну, налогов, ну, часть налогов остается в городском бюджете. В принципе, сейчас мы дошли уже до того момента, когда общее количество региональных бюджетов, ну, там,
территориальных громад, городов, оно приближается к значению бюджета Украины. И это на самом деле очень положительно. Мы можем видеть, ну, на примере любого города, что и области, и небольших городов, что достаточно много сейчас денег тратится на такие, на школы, ну, такие объекты, скажем так, общего пользования. И видно, что у города появилось достаточно, ну, не только у города, у громады, скажем так, появилось намного больше финансового ресурса и возможности его реализовывать. Также эта система, ну, то, что реализовывается на сегодняшний день, объединенных территориальных громад, расширение их количества. Ну, опять же, проблема с тем, что не реализовано, это основные проблемы, связанные, к примеру, с областью. То есть новая децентрализация, почему она необходима для того, чтобы утвердиться в Конституции, потому что она меняет Конституцию в плане управления. К примеру, позиция губернатора, главы областной администрации, она упраздняется фактически. И его полномочия в основном передаются областному совету. Президентом назначается так называемый префект, который просто следит за законностью, ну, фактически является представителем президента. Его полномочия достаточно сильно ограничены. И основное решение по тому же распределению денег принимает уже и не губернатор, и не префект, а именно городской совет. Но опять же, новое административное деление, связанное с районами, ну, фактически это передача большинства полномочий конкретно на места. Увод их из Киева и передача на места. Ну, в принципе, децентрализация – это одна из наиболее успешных на данный момент реформ, которая реально более-менее работает, и многие, скажем так, ну, вызывают достаточно положительные. Ну, даже в тех же объединенных территориальных громадах многие очень довольны тем, что они как минимум сами могут выбирать, куда тратить заработанные деньги, а не посылать их в Киев. Так, міський голова Борис Філатов також наголосив, що на шляху до завершення реформи децентралізації потрібно внести відповідні зміни до Конституції, так, та ухвалити кодекс про місцеве самоврядування. Можна трошки детальніше, про які зміни йдеться і взагалі які кроки залишилось зробити, так, аби завершити реформу більш детально? Ну, движений там достатньо багато. От, головне, це от те, що я вже говорив, це змінення адміністративного устройства України. Тобто там необхідно в Конституції прописать, опять же, ликвидацию областного главы, губернатора, как у нас его популярно называть. Это, скажем так, введение в Конституцию объединенных территориальных громад, их полномочий и основ их взаимодействия с областью и с районами, потому что районное отделение тоже достаточно может меняться. То есть вообще предусматривалось, что как раз к 2020 году Украина пройдет этот путь формирования новых административных единиц. То есть, к примеру, даже те же районы, они должны не идти по той старой советской системе, которая нам досталась, то есть что мы привыкли. То есть, возможно, даже с точки зрения, там, к примеру, объединение на экономических основах, возможно, несколько объединенных территориальных громад, они более заинтересованы укрупниться и создать свой район. Это, ну, это и более логично часто бывает, потому что мы идем просто из административного деления, которое было когда-то. Это было достаточно давно, и время меняется. Поэтому, ну, это все равно надо проводить только через Конституцию, потому что пока это не закреплено в Конституции, где прописано четкое административное деление, полномочия, прописаны той же Верховной Рады и так далее. Ну, кстати, это тоже касается той же самой полномочий городских глав Верховной Рады, передачи части полномочий вот местным органам власти. Это все проходит исключительно через Конституцию. Любые другие изменения, ну, они, скажем так, будут временные. Останнє таке питання. Мер Дніпра Борис Філатов також говорить так у своєму зверненні про передання екологічного контролю місцевим громадам. На ваш погляд, що це змінить? Чи це на краще буде? Ну, возможно, опять же, форма реализации. Я так понимаю, что это достаточно сильно связано с позицией президента Украины после его посещения Кривого Рога и достаточно жестким разговором по поводу экологической ситуации в Кривом Роге. Ну, вы знаете, что экологическая ситуация в том же Павлограде, Каменском и Днепре не намного лучше и тоже оставляет желать лучшего. Конечно, скажем так,
наличие как минимум хотя бы одного, ну, контролирующего органа, то есть не распылять эти контролирующие органы, это было замечательно. И естественно, что на уровне города Днепра нам более видны наши проблемы, и мы более заинтересованы в чистоте нашего воздуха. Естественно, что этот вопрос для нас более остро стоит. Да, это, возможно, будет более, ну, положительно повлияет вот даже на улучшение экологической ситуации, но, опять же, все упирается в вопросы реализации. Так, і давайте ще підсумуємо буквально декілька речень. В якому випадку все ж таки в цьому році можливо проведення позачергових місцевих виборів? Исключительно, якщо нинішній, скажімо так, парламент, ну, будущий, вірніше, парламент «Слуги народів» придумають систему об'явлення недовір'я місцевим органам влади. Другого пути ніякого немає. Наш ефір добігає кінця. Так, наш ефір добігає кінця. Гість у студії був політолог Андрій Шуліка. Пане Андрій, ми дякуємо вам за участь в програмі. Шановні радіослухачі, нагадаю, ви слухали програму «Тема дня», яку для вас підготували ведуча Альона Гребельник та режисер Олександр Сохач. На все добре. Суспільно-політична програма «Тема дня». Про те, що стосується кожного.